Всем доброго дня, всем хорошего настроения. Я вышла сегодня к себе на участок, чтобы показать вам, что у меня здесь выросло. Дожди прошли, и уже очень хорошо видно, что же здесь у меня растет. Посмотрите, какие красивые ирисы. Цвет такой необыкновенный. Сейчас мы пройдем в огород, посмотрим, что же там у меня растет. Смотрите, вот картофель. Она начинает уже цвести. Посмотрите, какие хорошие, славные кустики. Кустики уже почти высотой сантиметров 40, наверное. Я сажала ее в конце марта и не прогадала. Это у меня один сорт, это вот другой сорт немножечко. Она еще не цветет покуда. Это тоже другой сорт. Видите, это цветет белыми цветочками. Свекла зашла. Ну, я сажала ее не очень много, там у меня еще рядочек есть. Вот. А это морковь. Капусту я сажала из семян. Это из семечки. Под бутылку сажалась капуста. Очень славные капусточки такие вышли. Вот. Это помидорчики. Это вот ранние помидорчики тоже. Вот я их так посадила и уже накрыла сеткой, чтобы сильно на них солнышко не светило. А это у меня взошли астры. Посмотрите, я садила их очень рано. И вот посмотрите, у меня кустики астр взошли. А это чеснок. Посмотрите, какой у меня чеснок. Вот среди астр выскочил. Вот у меня пекинская капуста. Я здесь посадила две штучки, но у меня отдельно еще она растет. Тоже все садилось очень рано, так как весна была ранней, и я переживала, что засуха, ничего от того, что мы поливаем, не всходит так, как надо. Ну вот, вот капустка еще прямо садилась в грунт. Делались небольшие такие рассады, небольшая, чуть-чуть я в стаканчике ее прорастила и высадила. Вот так. Это сельдерей я посадила среди лука, корневой. Вот это корневой сельдерей. Ну вот это лук. Посмотрите, какой хороший лук. Вот я траву прорываю и всю траву кладу в междурядье. Это такая хорошая очень подпитка лучку. Мы его называем, этот лук, сорокозубка. Вот, я вам сейчас покажу. Сейчас рвем на зелень, но потом он будет такие длинненькие, синенькие головки. Очень вкусный, полезный лук. Как его еще называют? Шалот, так, по-моему.
какая красота. А все это трава вырывается, и она за лето, за вот весну, под дождями, все это, под поливами, она перегнивает, и это очень хорошее удобрение для земли. Смородина наливается, это красная смородина. Она еще не краснеет, она только вот вышла. Довольно-таки приличная. Это вот какой-то другой сорт. Это у меня желтые помидоры. Вот я потом вам покажу, какими они вырастут. Вот. В этом году должно быть достаточно. Если, конечно, ее ветер не обобьет. Сильный ветер сильный. Спасибо, что вы сегодня были со мной и порадовались вместе со мной всходом на моем участке. Всего вам доброго, не болейте. Пока-пока. Заходите ко мне почаще.